лауреата всероссийских конкурсов и фестивалей, тоже участницу проекта «В нашу гавань заходили корабли». Итак, встречайте, Ольга Менхаузен. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вдвойне, втройне, вчетверне очень приятно участвовать в этом замечательном мероприятии, потому что я в свое время, уже 20 лет назад, закончила эстрадно-цирковое училище, которое выпускало замечательных и выпускает до сих пор замечательных клоунов. Да? Нам нужно вспомнить только одного хотя бы, это Леонида Янгибарова. Это уже, так сказать, нашему училищу делает огромную честь. И смотреть, как репетирует клоунское отделение циркового училища, учиться всему тому, что преподают нам преподаватели в нашем ГУЦИ, это государственное училище, цирковое эстрадное училище, я считаю, это большая радость моей судьбе, что я поступила в это училище. И тем более, сегодня двойной праздник, 1 апреля, и в этот день открылась замечательная такая у нас с вами структура, как музей клоунов. Клоуны – это большой праздник, это люди детства, правда ведь? Все вы любите клоунов, правильно? И вот, а еще здесь организатором является замечательная Светлана, редактор «Нашу гавань», в которой я вот участвовала как автор собственной песни, которую они вот полюбили и меня попросили даже в таком виде закольцевать этот концерт, поскольку все с клоунами связано 1 апреля. Да, песенку, когда-то я в 98 году написала «Калошина» или «Брошена я брошена», она авторская, и музыка, и текст. Ну, как Успенский сказал, это народный гимн. Ну, давайте я ее исполню. Раз, 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 представьте, что я в платочке. Ты никогда меня не знал, ко мне сильно приставал. Что хвостой будем мужем и женой. Я тобою брошена, как старая калошина. Накручу я бигуди, верю счастье впереди. Я тобою брошена, как старая калошина. Накручу я как старая калошина, накручу я бигуди, мерю, мерю счастье.
аплодисменты. Думаю, как раз в клоунском костюме, что и надо с юмором воспринимать. Дорогие друзья, еще есть одна песня в моем репертуаре замечательная. Вы знаете, что есть песни про медведей? Ее написал Леонид Дербенев, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да? Есть песни про зайцев в темно-синем лесу. Тоже Леонид Дербенев написал кинофильм. А вы не знаете, что тот же Леонид Дербенев написал песню «Тараканы»? Я ее очень люблю. Он написал ее для Маши Распутиной. Я попробую, может, даже так спародировать. Пожалуйста, песня «Тараканы». Может, даже тут танцевать. Включите громче. Погромче. Едва ли кто оспаривать захочет, что детство и сначала все сначала. Была я в детстве непослушной очень, и этот факт всех близких огорчал. Кощеем Бармалеем, серым волком пыталась запугать меня родня. Но было бесполезно все, поскольку совсем других зверей боялась я. Я от вас бежала словно от огня. Тараканы, 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 все зверей страшными были для меня. Тараканы, 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 вся душа объята ужасом была. Тараканы, 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 только чего природа вас произвела. Спасибо.